С 1 декабря в Чебоксарах стартует транспортная реформа. 16 маршрутов общественного транспорта сократят, 14 изменят. Как теперь добираться из района в район, объясняют волонтеры. Остановка Институт образования. 8 утра, час пик. Здесь останавливаются 35-я, 52-я и 42-я маршрутки. 1 и 3 троллейбусы. Будут ли работать эти маршруты с 1 декабря, можно узнать с помощью вот такой схемы. Ну, у меня ничего не меняется здесь, поэтому мне нормально. Ну, если новые маршруты будут, наверное, больше плюсов, разгруженность будет. У меня время по дороге увеличивается, потому что 35-я маршрутка, она будет ходить теперь по новому маршруту. А вот схему движения троллейбусов не изменили и добавили еще один, 10-й, который соединит микрорайон Садовый и железнодорожный вокзал. Вместо маршруток на улице города выйдут 300 автобусов разной вместимости. Не знаю, к маршруткам, конечно, мы привыкли, очень удобно и быстро ездить. Надеемся, что автобусы тоже не подведут. Еще не успела изучить. Надеюсь, что удобно. Сейчас буду изучать, пока поеду. Волонтеры раздают листовки с новой схемой на 34 остановках города. Утром с 7 до 8.30 и вечером с 16.30 до 18.30. Нужно понимать, как часто действительно будет ездить автобус. Все-таки, если он будет ездить раз в 10, 15, 20 минут, то он будет забит, как не знаешь что. Да, и все равно будет плохо. Нужно карту изучать и постепенно это все делать как-то, не резко. Ну, всем же вы карту эту не дадите, она же не у всех есть. Так ведь? Если повесить где-то, чтобы на каждой остановке, чтобы народ смотрел, как в Москве, вон, метро же есть, так же и здесь повесить. Тогда, наверное, это будет удобно пассажирам. Размещать карты на остановках уже начали. Получить новую схему движения можно будет и в другие дни. В электронном виде она размещена на сайте столичной администрации. В этот четверг состоится прямая линия по вопросам транспортной реформы. Задать вопросы можно будет с 15 до 17 часов. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика.